Сейчас мы будем кормить котят, взвешивать, посмотреть, какая у них сегодня прибавка. Вчера было всего 2 кормления. Ну, не считая с ночным 3. Да, 3. А, вот. И буду уже смотреть, кого буду пытаться уже снимать с докорма по весу, кто хорошо прибавил. Попробую сегодня не кормить и посмотреть. Ну, естественно, отслеживаю. Давай, садись. А еще посмотрим, кто из них уже глазки открыл. Почти все уже должны, по идее, открыть. Давай смотреть. Так, давай мне начали с синего. Хорошо. Это серым. Да. Какой большой, да, был? Да, давай посмотрим. О, открыл глаза. Да, давай посмотрим. Давай. Просто офигеть. Просто офигеть. Но еще не до конца. Алиса, а что там за котеночек плачет? Посмотри, там кого-то перенесли. Так, сейчас посмотрим. Синий весил 230. Сколько он там за ночь прибавил? Ну, за сутки, точнее. Так, 226 не прибавил. Соответственно, его сейчас кормить. Так, фиолетовый. Открытые глазки тоже. Я вижу, вижу, малыш, вижу. Так, он у нас весил 216. 236. Его я не буду сейчас кормить. Запишу, что не покормила. Посмотрю, понаблюдаю, как без докормов. Да, с голубым ошейничком котенка посмотрим. Глазки открыл. Да. Посмотрим, сколько ты сейчас весишь. Да. Давай. 217. Был 207. 10 грамм покормлю. Сейчас на руки все отдыхают. Я понимаю, давай мне серого. Надо его взвесить. Этот розовый. Там где-то синенький. Серый где? Да. А его там больше никого не отнесли туда? Может, туда его отнесли? Вон вот серый, он, да. Спрятался, да, мам? Серый еще хорошо, не, даже не думает глаза открывать. Ну, чуть-чуть, он щелочки, видимо, завтра начнет переоткрывать. Давай, взвешивай. Где это будет? Так, 213. 222 докармливаем. Беленький тоже уже. Да, мам? Самый светлый у нас малыш. Я начинаю тут открывать глаза. Беленький 207 весил. 217 докармливаем. Так, у девчушки оранжевые тоже пока еще не открыты глазки, но она вон уже начинает. Такая красоточка. Да. Сейчас мы ее взвесим. Она весила... Самая маленькая у нас 184. Сейчас 195 докармливаем. Ой, красоточка какая. Как мама будет. Это твой любимый? Да. И розовый мой любимый. Угу. У меня 2 любимых своих. Принцесса глазки открыл. Копия папы. Видите, у него ушки тоже такие, окрас. Кислоткая девочка такая. Да. Будем взвешиваться. Будем взвешиваться. Что у нас там? Давай. 230, а была 217. Ну, подкормим еще сейчас. По крайней мере, разовое кормление оставлю точно еще. Не думает открывать глаза? Давай. Я посмотрю, да. Да, еще не думает. Даже еще не, надрезиков нету. Кстати, мальчик. Он просто что-то вначале казался, не знаю, как казался девочкой. Смотрю, странно, что-то неправильно посчитала, посмотрела. Перепроверила, мальчик. Ну, жалко. Да, все, сейчас взвесим его. Да. Был 235, 243 кормим. Так, и девчушка с розовым ошейником. Глазки сегодня он приоткрыла. Это самая крупная в помете. Не девочка, а в целом самый крупный котенок в помете. Она быстрее всех набирает. Такая красоточка, прям вообще. Тоже окрасом, как папа, только у нее ушко, видите, 2 ушка рыженьких и окрас симметричный. Такая четкая звезда. Так, посмотрим, что у нас по весу. Но вчера она, кстати, не так много. А, не, много прибавила вчера. А за сегодня нет, мало прибавила. Вчера вот ее не докармила, надо докормить сейчас. Вчера я решила даже не давать, посмотреть, как она будет прибавлять или нет, но нет.
Все-таки докормы нужны. Такая красоточка маленькая. Маленькая принцесска. Эх, все-таки это. Пока только одного получилось не покормить, потому что прям приличную набрал. Но опять же, надо будет наблюдать. Скорее, все-таки докармливать еще надо. Принцесска маленькая. Сейчас все поели, все в отрубон пойдут. Да, все уже это. И это принцесса. И это принцесса. Остальные все уже спадки. Покушали, поспать теперь. Пристроилась. Такие уши здоровенные. Непропорционально так пока еще растет. Кто там в домике-то? Можно? Да. Показывай свое убранство. Она теперь через окно, что ли, залезла? Барби? Да, она через окно зашла. Да. И, и второй котеночек у тебя? Да. Я чувствую, сегодня ты зря говоришь котят. Сегодня я чувствую это. Они просто, Мелисса сюда перенесет их. Она любительница переносить. Но Мелиссу-то пусть она тоже хочет. Мелисса через окно, наверное, просто хочет. Да. Мелисса. Как у вас тут уютно? Котенок такой сидит. Алис. Котенок за дверью охотится. Алис, ну покажи, кто у тебя. Тук-тук-тук. Кто в домике живет? Это я. Ой. И Мелисса там с тобой живет? Ку-ку. У тебя рыжий кот в доме живет? Нет. А кто там? Мелисса и я. Мелисса и ты вдвоем живете? Входите к нам в гости. Да, оставь открытый, я сейчас зайду. Как я и думала, кошки. Туда перенесли котят. Перенесли в домик. Я девочку себе возьму, хорошо? Она уже здесь спит. Мелисса, а куда ты потащила котенка? Зачем сюда? Тут Алисин спит. Пытается, по крайней мере. Зачем ты котенка сюда отнесла? Мелисса, я все вижу. А я ничего, я своего котенка полезать, да? И заодно чужого захватить. Застукали, да? А чего ты ругаешься? Зачем ты перетаскиваешь ее котят? Не получилось. Понесла, понесла. Своего теперь. Да она уже большая, куда ты ее таскаешь? Давай все-таки маме вернем ее котеночку. Ну, так специалисточка уже мила. Чем? Да вот смотрите, какая упертая кошка. Она опять потащила котенка туда. Зачем ты его? Ты не смущаешься, что ты его здесь потеряла по пути? Зачем ты его туда таскаешь? Это не твой.